Всех приветствую, мои родные, любимые, сердцем, дорогие христолюбчики, брат, сестры Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни. В учебу, работу, дела, в дома, в семьи, радости, любви, любви и мира, и в сердца, и в души, и в умы, и света, и блаженства, а в тела здоровья, чтобы все у вас было хорошо мы с вами сегодня подобрались к взошли на седьмую ступеньку или степень йоги практики йоги мы с вами дошли в принципе до двух последних ступеней ступенечек степеней это тхьяна и самадхи тхьяна это медитация о которой мы с вами тоже не, уже разговаривали в принципе всем известное такое такое слово самадхи это в общем-то верхняя ступенька в общем-то конечная цель практически да всего этого пути йоги и мы сегодня ну мы ролики разделим поговорим отдельно об этих вещах тхьяну я закрашу мы на эту ступенечку зашли и идем изучаем ее да ну и сегодня мы с вами, естественно, продолжаем все тот же курс, о котором я говорю, или лекции, или монологи хотите о йоге во Христе, или или о йога глазами христианина, которая была спровоцирована, эта запись. Ну, в общем-то, мне давно задавали вопросы. В частности, в очередной раз Елена в Одноклассниках написала мне и спросила, как я отношусь к практике йоги и, по моему мнению, могут ли христиане заниматься восточным искусством, на эти вопросы, в общем-то, я и так долго, уже на протяжении 30, наверное, где-то роликов уже отвечаю. Мы с вами, давайте сначала на Википедии зачитаем определение Тхьяны. Тхьяна – это медитация, внутренняя деятельность, которая постепенно приводит к самадхи. Ну вот к восьмой ступени, степени, а самадха – умиротворенное сверхсознательное состояние блаженного осознания своей истинной природы. То есть, давайте я еще раз зафиксирую. То есть, конечная цель йога, йогического учения, мировоззрения – это что? Это сделать человека умиротворенным, сверхсознательным состоянием, дать ему умиротворенное, сверхсознательное состояние блаженного осознания, то есть счастливого, то есть состояние счастья от осознания своей истинной природы. Ну, в принципе, звучит неплохо, да? И вот как один из последних, пред, последних можно сказать, ключей к этому, шагов, ступень к этому, это медитация, да? Ну, давайте же мы переходим на наш, на наш уже нам полюбившийся сайт «Традиция натхов». Почитаем, как в общем списке, что здесь написано. Тхьяна, восприятие. Это восприятие. Существует множество видов тхьяны, то есть медитации, которые описаны в текстах Надхов В текстах Надхов Стхула тхьяна, сукшма тхьяна, джаоти тхьяна и так далее. Ну и давайте перейдем на саму на страничку самой тхьяны. Восприятие, внимание, медитация, сосредоточ... сосредоточение, созерцание, непрерывное сосредо... сосредоточение или погруженность в себя. То есть тхьяна ну, общеизвестные слова медитация, погруженность в себя. Я немножко так видите, буду менять местами, чтобы мы еще раз это все переварили. Непрерывное сосредоточение. Внимание. Восприятие созерцания. Существует множество видов тхьяны, которые описаны в текстах Надхов. Ну, мы уже с вами об этом прочитали. При тхьяне, то есть, давайте я буду медитацию употреблять слово, более всем известное, понятное. При медитации происходит погружение в объект. При этом чувство это эго утрачивается и доминирует восприятие объекта. Все практики медитации в той или иной степени подразумевают отождествление, например, Стхула Тхьяна происходит на образ Мурти, Сукшма Тхьяна на мантру Сохам. Характерное отличие Тхьяны у натхов от нее же у, Патанджали состоит в том, что это происходит за счет работы с Шакти. То есть за счет работы с силой или мощью собственного, так скажем, существа. Огонь сознания поглощает, поедает объекты Тхьяны. Объекты медитации, а также все, о чем сознание, все, с чем сознание соприкасается, и это может стать постоянной естественной практикой. Медитация – одна из форм упасаны, то есть пребывание во второстепенном положении по отношению к Богу, божеству, духовному учителю, почитание, поклонение. То есть сама эта медитация может быть пребыванием во второстепенном положении, то есть ощущение себя рядом с Богом, да, с учителем, которое может быть даже вамачарской и йогической. Дакширочарская ⁇ это карма Канда, которая ощущает очищает ум. Вамачарская, в которой ум Шива, как сознание, поглощает элементы пуджи, энергии, силы. И все самое грубое, даже то, что рассматривается как негативное. Давно этого ролика я хотел, этого ролика ждал. Да? я не ждал, я его записываю. Я сегодня буду говорить о медитации и о молитве. Я поделюсь своим, конечно же, опытом жизненным. Духовным, как говорят, да. Конечно же, медитация – это аналогия молитвы в христианстве, там может быть и в иудаизме, исламе и так далее. Несмотря, может быть, вот сейчас мы а, почитали всякие с вами определения, писания да, кому-то пока что это разные вещи, но принцип и сама мысль, или идея, которую она должна донести, это вот это, да. Хотя, опять же, такое описание медитации, вроде бы как не похожее на молитву, есть только по той простой причине, оно, и это есть простое объяснение, что, я говорю, ни для кого не секрет, хотя мы читаем с вами вот в индуизме, в йогизме, в этих восточных учениях, в буддизме, что вроде бы как есть какое-то божество, какая-то энергия, какая-то сила в основной своей массе, Вроде бы как говорят о, о личности, о верховном учителе, но в основной своей массе, о каком-то сверхъестественном сознании, просто сознании, вселенной. Но в основной своей массе, восток, вот эти учения, что не говори, если ты углубляешься вот в эти познания, чтения, общения с этими людьми, несущими э, 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 это мировоззрение своей жизнью и словом, все равно ты убеждаешься, что они как бы отрицают само личностное начальное божество, вот Бога как личность существования. Конечно, может быть, со мной кто-то поспорит в комментариях, в личном, представитель вот таких вот учений, но сколько я не слушал, сколько я не вникал, сколько не читал, это очевидное отрицание Бога как личности. И, конечно же, молитва, как таковая в таких мировых религиях, как христианство, псевдо христианство в виде православия, которое мы видим в мире, представленное такими сектами, как православие, католицизм, протестантизм, иудаизм, мусульманство или ислам, Конечно же, там молитва – это намного проще. Молитва – это во всех вот этих знаменитых мировых, как их называют, религиях, ее описание, при всей их тоже там разносторонности каких-то, на самом деле определение молитвы очень простое – это общение с Богом, да. Беседы, диалог, как хотите, да. Неважно, молитва прошения, благодарения, то есть это общение с живым Богом, да. На сего, да, невидимо явно глазами, не, не слышим явно ушами, так скажем, но это реально общение с живым Богом. И в основном все религии говорят о том, что с этим Богом ты обязательно встречаешься за гранью вот этой временной жизни, да, смертной жизни, как ее называют. Что в вечности, в другом и на бытие да ты видишь Бога. Ну, все тоже, конечно, по-разному. Ислам по-своему видит Бога, да и иудеи по-своему, христиане по-своему. Но хотя бы они все согласны в том, что Бог есть, Он живой, и это, это некая личность, да. Вот, это не просто какая-то материя такая, да, или какая-то сущность, энергетика, мысль, вселенная, дух какой-то неведомый там. И то ли он есть, то ли он нет, потому что, я говорю, если вот вы все, что слушали, много ли вы услышали. Конечно, мы, не, мы, может быть, не вникали во все труды там богословские, какие тоже есть, естественно, и в йогизме но достаточно того, что мы поизучали, это у многих должно дать такое достаточно серьезное представление о том, что, что такое йога, да. По поводу молитвы. Я, конечно же, буду говорить как христианин, как и хри, и хри, и христианин истины, да. И вот без всех этих религиозных культовых заквасок, без всех этих обрядов, которых понапридумали, да, вот этих, таких же заученных, как стишки молитв, которые вообще произносятся без всякого порой понимания, произносятся порой тоже уже на непонятных языках. В христианстве уже есть точно такие же заблуждения. Пожалуйста, возьмите католицизм, что все божественные тексты читают только там на латыни и прочую прочую ерунды достаточно у всех. У православных фетиш по староцерковному, там славянскому, церковному, китайскому, там уже они сами не поймут, на чем они читают, никто ничего не понимает, но они это все читают, думая, что тем они приближаются якобы к Богу, да, и Богу это надо, вот, поэтому, конечно же, я буду говорить о чем, естественно, я дам свое определение, которое я уже, в принципе, сказал, он только это без всякого фетиша, без всякого культа, без всякой религии, это простое живое общение с реальным Богом, который является личностью, в частности, для такого, как я, я верю, исповедую и проповедую, что Бог есть Иисус Христос, этот Бог, Видим человеку явно. И причем видим в образе человека, потому что не Бог человек, а человек это Бог. Мы созданы по образу и подобию Бога самого. Это не понять, это просто надо принять. Как Бог всячески во всем, и он же ограничен вот, так скажем, пространством. Ну, тогда, особенно христиану, говорю, тогда просто выкиньте Библию на помойку, потому что она вам не нужна первые стихи, первые главы книги «Бытия» говорят нам именно об этом, что человек, один человек, не мужчина, не женщина, а именно человек, это впоследствии в горизонтальной плоскости он был разделен на мужчину и женщину для познания радости, вот этой любви между людьми. А вначале был один человек, Бог создал человек по своему образу и подобию. Сам Иисус, вспоминая слова Ветхого Завета, уже даже последующих, то есть неких песен под названием Псалмы, цитировал, говоря иудейским учителям: вы что, не читали никогда? Вы боги и дети Всевышнего Севы. И, конечно же, молитва, настоящая молитва это просто живое общение, точно такое же, как я вот сейчас с вами общаюсь. Но это правда монолог. Хотя зачастую мы и так к Богу обращаемся. Это обычная беседа, размышление, разговор, живой разговор с Богом. Это мы называем размышлениями, опять же, когда тихо сам с собой, наедине, да, там, как говорится, шепчу себе чего-то там. Нет. На самом деле, человек, который признает живого личностного Бога, он всегда уже, получается, общается не один, а с кем-то, да. Даже когда он сам в себе, так скажем, что-то сам себе бормочет он всегда чувствует, что кто-то подслушивает. На самом деле, Бог всячески во всем, от него ничто не сокрыто. Ты весь перед ним наизнанку. Он знает помышления, движения каждого твоего, мы, мысли каждого, каждой мысли твоего сердца. Поэтому, конечно же, молитва... Я вот за свои 10 лет христианства вернулся к тому, с чего начал. Я как-то рассказывал, вот тоже перед своим покаянием, что уже настолько состояние мое было, ну, внут... внешне все было благополучно, знаете, как часто говорят, что там, почему к Богу пришел, как ты там, да, что случилось. Все рассказывал, что ничего такого внешнего у меня не было каких-то супер катастроф или потрясений. Но внутренне действительно уже была жизненная пустота. Я говорю, при внешнем, ну, более-менее такого, можно сказать, благополучия, что ли, не знаю. Хотя ничего особенного не было, да. Вот. Не в материальном мире вечные проблемы, тоже с работой, с деньгами, большие желания амбиции, а реализация не такая уж и прям хорошая, да. Но, в принципе, все, что мне хотелось, многое в жизни, так скажем, для себя и добивался. Вот. И внутренне действительно была пустота. И Бог открывает так видимо, тогда, зная все и вся, когда это действительно нужно. И когда я был уже готов, созрел, так скажем, да, распахан ж -ж самой жизнью, самим Божьим промыслом, Бог мне открылся, да. И я как-то рассказывал, я вспоминаю все время случаи, когда вот буквально за несколько, там, я не помню, сколько это было, дней, недель, месяцев, может быть, я как-то сидел тоже там, я курил тогда, сидел на верандочке, и вот я смотрел в небеса, знаете, вот как, как собака скулящая, вот так мне было уже тошно от всего тоже. Я понимаю, что внутри меня какая-то пустота, мне как-то приснился сон. Через некоторое время я этот сон увидел в книге. Вы помните, как же это католический цветой написал то про чистилище. Данте, Данте, да, как называется-то его работа. Но вы помните, да, где он в раю побывал, в аду и в чистилище, как называется-то. Все что-то забываю. Вот, я, я помню, что вот, вот, вот эти какие-то моменты, уже, конечно же, 10 лет прошло, я что-то специально тогда записал в своей жизни, историю, чтобы и самому потом уже не вспоминать некоторые вещи, потому что они все равно потихонечку канут в лето. Чем дальше идешь, идет, чем все ты это забываешь, конечно, все это размывается, стирается где-то, да. Но я вот эти какие-то отрывки еще помню, как вот тот день, как мне это какая-то... <клёх> мне приснилось, что я где-то вот, знаете, я в каком-то, вот в какой-то бездне просто, ни хорошо, ни плохо, просто тьма, никого нет кругом, я один, и вот, вот такое было мое состояние, да, то есть я не в раю, я не в аду, я действительно нигде, вот. это вот действительно было мое состояние такой души. И вот я всю жизнь понимал, что я тоже, когда я думал все время, что я сам с собой что-то, я очень в жизни много думал. Мне всегда говорят, что ты даже когда говоришь, по глазам видно, что ты о чем-то все время еще параллельно думаешь, знаете, о жизни там. Даже с людьми, когда я говорил вроде бы какие-то банальные там вещи по работе или еще что-то. Уж не говоря, что кто-то меня видел просто молчаливым. Он говорит, ой, у Димана какие-то думы, да, потому что сам, видимо, мой взгляд и выражение лица говорил о том, о чем-то чем -то я, я именно всегда, вот, знаете, я именно вот так размышлял. И вот э, потом, конечно, в псевдохристианство, когда я тоже попал в это православие, естественно, искал же истинную церковь. Сколько я пытался с этими религиозниками тоже показывать, им, что вы же сами все прекрасно знаете, что самая идеальная молитва посмотрите на Иисуса. Мы не видим его молящимся там, где-то в храме, в синагогах. Мы видим всегда, что он молился где-то в уединении, да, в пустынных написанных местах, в горах, там, в лесах где угодно, только не в капищах. И когда я им рассказал, что у меня тоже всю всю жизнь так было: все время, что все эти храмы, как Иисус сказал, «разрушьте их, да. Естественно, все это высмеивалось, пыталось принизить там и так далее. Ну, я всегда стоял на своем. Но единственное, вначале, как всегда, ты это делаешь так скромно там. Ну, ты иди своей дорожкой, своей. Естественно, впоследствии, когда ты возмужаешь, возрастаешь во Христе, ты уже людям говоришь прямо, что это истина, а это вот ложь. И вот что такое, знаете, вот медитация тоже. Ну, сколько я практиковал, могу вам вспомнить как бы три таких этапа. Начально вот это, когда я говорил, что все это я тоже вот это перечитывал. Не знаю, как это со стороны смотрится, как будто я первый раз читаю. Конечно же, я ему говорил, что я уже все это изучал. Потом я просто все это оставлял, потому что избирал лучшее для себя. И истину я увидел только во Христе. Какими-то периодами я где-то в серединке не то, что ты, когда ты читаешь, я всегда был интересующимся, я никогда не боялся познать истину, и что, исти, если бы истина оказалась вне Христа, я бы принял ту истину, поэтому я не боялся еще чем-то интересоваться. И про ту же самую сусу молитву коснемся. Слышал я не раз там от проповедников, и читал в разных трудах, что вот, да, это там вот, ну, конечно, это похоже типа там на буддийский, вот, вот именно индуистский, йоговский, буд буддийские там паджи, как мы с вами читали, поппа, как они, я уж название-то забываю, Джапы вот эти мы с вами, помните, прошли эту ступеньку, этот шажочек на второй ступеньке, да. Я же слышал, что говорят, да, это типа похоже, но это не одно и то же. Вот у нас-то все истинно, все правильно, а там это все бесовское. Я, естественно, начинал опять туда тоже вникать. Ну, а дай-ка я сам сравню, я никому не верю, да, что я буду, мало что там от проповедника услышал. То есть я обращался, конечно же, и параллельно, плюс с годами я всегда себя... Я вот Коран попытался буквально несколько лет назад, как раз когда я работал в Оренбурге, там же в Оренбургской области очень много мусульман, на самом деле, татар, мусульман, и там как бы работали с одним, и я решил у него еще раз как раз Коран попросить уже в бумажном виде, думал, ну попытаюсь через 8 лет еще раз прочесть его, да, вот, я, в принципе, как-то и обещаю, что, может быть, мы и на канале Христалю Библии на Писания будем, Коран все-таки прочтем. И я не смог его прочесть. Я прочел, наверное, не потому что у меня не было времени, я там много работал, конечно. Мне хватило на 20 страниц. Я его приблизительно, конечно же, я уже мало что помню, что это 10 лет назад было. Естественно, я начал читать, я понимаю, что просто это, просто поперек горла мне стоит, да, и это... Я знаю, что я там ничего нового опять не увижу. Десять лет прошло, ничего не изменилось. Более того, я во Христе вырос. И Коран, это, конечно, рядом с Евангелием просто даже не лежит. Да? Вот. Это земля и небо. Это вообще разные вещи. То же самое вот с этим, да, и вот сейчас я, грубо говоря, да, пусть это как бы я на свеженку я перед роликом ничего не готовился, вот я, как видите, даже сайт не сразу нашел, стал просто по моей любимой Википедии пользоваться, потом так, и так как на Википедии, видите, не было даже всех статей, всем темам посвященно, через Яндекс искал, вот на этот первый попавшийся тоже, в принципе, сайт, ну не первый, уж парочку посмотрел, этот с виду понравился, много информации, все в словаре вроде разбито, думаешь, ну вроде все есть. Ну и я доволен, что мы по нему э, вторую план, так скажем, курсы прошли, заканчиваем. И, конечно же, вот эта вот медитация, что такое медитация, опять по йоге. Ну, про, понятное дело, я говорю, насколько я это понимаю, насколько я практиковал, насколько я понимал и практиковал, а практиковал то, что понимал. Это вот это вот опять и то, что мы с вами предыдущую ступенечку тоже рассматривали. Как у нас называлось, дхарана, вот это помните, да, сосредоточение на объектах. То здесь еще большее сосредоточение. Это уже это уже практически такая молитва и, ну, молитва здесь уже подразумевается не с кем-то, ты беседуешь, а действительно сам с собой, да. Это осознание чего-то, это концентрация внимания своего на чем-то, да, с растворением с этим. То есть я медитирую на что-то, да, вот на какие-то мысли вплоть до того. Многие называют медитацией именно вот эти вот размышления. Но размышляет каждый человек, да, и ему в идеале нужны какие-то обстоятельства, да, и расслабленная поза та же самая. Но вот ты мне опять, которая йога описывает, а вот просто лечь, лечь на диване или пойти прогуляться, наоборот, какие-то места, где тихо, спокойно, или наоборот, поют птенчики, а может быть и шумный город, по которому ты идешь, но сам с собой, да. Но при этом, кто вникал в разные виды медитации, тот знает, что одно из крупных веток, это вот это вот, я уже, вы от меня такую фразу слышали, сами никогда не сталкивались. Я не тело, я не ум. Это вот, вот такая красная тоже линия вообще восточного мировоззрения. Они вот, вот они отрицают эту саму личность, сам индивидуум. Они вроде бы говорят, вот кажется, обо всем этом, об индивидуальности, об уникальности вот этого человека, о личности. Но при этом они почему-то все это отрицают. Личность... Э, себя как личность Бога, личность свою какую-то, вот это вот вся пренебрежение этой материи. Ведь это и уникальность этой личности, это радость того, что мы с вами все уникальны, что такого как я больше нет. Это дает какое-то нереальное такое чувство ценности. Ценности, не гордости, как это пытаются тоже, именно ценности. Ты понимаешь, что ты уникален, что ты ценность. Ценя себя, Господь сказал, Иисус, возлюби другого, как ты любишь самого себя. Поэтому как ты на, на самом деле будешь ценить жизнь другого человека, другого живого, чувствующего существа, если ты себя не ценишь? И вот именно вот ты понимаешь ценность себя, вот как мы говорим, придя вот к этой последней ступени, к которой мы должны будем э, прийти, да, самадхи осознание истинности своего существа и всего существа. Ты понимаешь ценность своей, своей жизни, своего уникальности. Ты понимаешь ценность каждого человека, его души, каждого живого существа, животного, чувствующего рыбы, птицы и так далее. Все, кто переживают, ощущают, мы видим, осознают даже это бытие, не хотят умирать. То есть мы все это видим и чувствуем. Это действительно, это ощущение дает тебе вот чувство счастья, что ты вот есть ты есть уникален, да, тебя, ты, так же, как ты сам себе дорог, тебе кто-то дорог, ты также дорог кому-то, а кому, прежде всего, тому, кто тебя сотворил, вот этому личностному богу, и раз ты так ценишь других, значит, он, создавая меня, так же ценил, и так же ценит сейчас, и будет им я для него уникален, хоть, хоть нас триллиарды, миллиардов, именно я уникален, и я ценен, и я же себя чувствую таким, и я чувствую так других людей, Хоть у нас миллиарды, а это уникальный человек. Это вот, вот это чувство уникальности, когда ты познаешь, что это уникальность, личность, это невероятно. Действительно, вот ты, это одно из, как Павел сказал, прекрасная любовь и совокупность, совершенство. Вот это одно из вот этих вот, да, крупинок, можно даже сказать, хотя, с другой стороны, это большая ветка, которую ты должен осознать и прийти, да. И вот э, медитация ⁇ это очень специфическая вещь, да. Их, во-первых, они очень разные. Они немножко разные действительно по-своему. То есть, получается, ее нельзя одним словом описать. Есть медитация, казалось бы, сосредоточения и размышления, наоборот, ума. И это мне близко, о чем я сегодня скажу, да. Просто я не называю этим словом, тем более слово, так скажем, не русское, а того, что его просто не перевели. То есть мы видим вообще чистое йоговское слово тхьяна, да, нам более известная его другая интерпретация, как медитация уже, да. А вот, допустим, когда я слышал вот это не ум ни разу, меня прям все отталкивало. Потому что действительно теперь я уже просто перехожу. Не суть важно, что есть в йоге. Это сейчас вот туда влезешь тоже, сколько людей, столько и мнений. За себя, конечно, скажу, и каждый голос истины услышит в своем сердце, если вам это близко. Дело не, не, не в том, что это Кузнецов говорит, дело в том, что вы просто услышите Камертоном и вас отзовется. Вы тогда для себя, естественно, будете принимать это как истину. Конечно же, от начала жизни, еще когда ты даже не христианин, и сейчас я к этому пришел, к этой абсолютной свободе. Что такое для меня, так называемая, медитация, молитва, молитва, все для меня слилось. Это именно мои мысли, мои размышления, это моя беседа с Богом. Сама с собой, по идее, я иногда говорю, как будто его нет, но я, его все, я знаю, что он все слышит. Как бы я не хотел от него спрятаться. Он все знает, поэтому мои размышления это все равно в концовке превращает, почему я говорю, в размышление вместе с ним. Хотя я, как будто сам собой, я как будто размышляющий. Знаете, как будто вот человек, куда думаешь, прежде чем что-то сказать, надо пойти переварить, подумать, а потом предускажу. И при знании, даже при том, что ты знаешь, что Бог все это видит и слышит, ты все равно не можешь избавиться от этого чувства, что ты как будто сам собой. Вот это опять антиномия. Ты и знаешь, что Бог в тебе, и ты в Боге, и при этом ты вроде бы можешь все равно куда-то замкнуться, и вот ты один. То есть Бог всячески во всем, и при этом Он вне тебя он что-то отдельное, вы уни уникум, у вас есть грань какая-то, да, у каждого есть какая-то своя свобода, это удивительно, вот, это, конечно, то, что мы читали, в принципе, то же самое в йоге, да, помните, чтобы понять, что малое в великом, большое в малом, все и, 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 и жидкое, и твердое, здесь я пытаюсь зачастую очень тоже такими фразами говорить, но по сути так оно и есть, да, и, конечно же, все я это в христианстве проходил, и колено преклоненные молитвы, и вот такие вот правила раздувал, а в оконцовке всегда я был счастлив и свободен. Ну, счастлив, когда был свободен, позволять себе делать то, что я делаю, как я молюсь. Молиться так, как я молился. А молился вся просто, да. Ты всегда же общаешься с живым Богом. Неважно, где ты. Тебе не надо каких-то определенных пост принимать. Там что-то делать, да. Какие заморачиваться на дыхании или еще на чем-то. Ты просто живешь в Боге. Ты общаешься, ты размышляешься. И не важно, какого характера молитва, если это, если это и неважно, какого характера это медитация, что ты просишь что-то сейчас возьмем, молитву, благодаришь или радуешься с Богом, да, славишь Бога, медитацию возьмем, что ты концентрируешь внимание на чем. То, то есть да, у меня какие-то проблемы, или наоборот, просто что-то вот я вот по той же самой деятельности что-то делаю, я анализирую, я размышляю как я сделаю, что я сделаю, планирую, что мне надо найти, подыскать, что будут записывать, какие там сайты, дальше, дальнейшие движения. Я просто, что это назвать? Медитации. Мне для этого и у каждого по-разному. Может кому-то сидеть хорошо. Так мне тоже. Когда мне сидеть хорошо? Когда мне хорошо, потому что я иду. Когда еду на велике, когда еду в дороге, когда просто сижу. Я могу, в принципе, фоном что-то слушать и при этом медитировать, грубо говоря, потому что я, у меня все внимание сконцентрировано на том, что я хочу, что меня сейчас интересует, да, там, ролики, видеозаписи эти да или сайт я на этом, или по жизни какие то есть там что-то надо, материальные вопросы решить финансовые работа и ты на этом концентрируешь внимание все ну что какое громкое слово медитация кто-то наоборот его боится, кто-то его слишком обожествляет Это просто размышление над, над, над реальностью жизни вот и все. По поводу ни ум, ни тело, я полностью с этим не согласен. Мне вот это все противно. Всегда был, я вам уже от начала говорил, все, где есть какое-то обезличивание, пренебрежение материи. Да, вот это все мне, я не ум, я не тело. Нет, все мои молитвы, медитации, сейчас я все в кучу собираю, это просто жизнь, это просто я. Я даже вот именно не пытаюсь этому уже определение -то дать, потому что о молитве свои у каждого то представления, медитации свои. Я просто живу, у меня просто есть мозги, я просто я. Я думаю, я не могу никакой мозг исключить, как йоги. Вот именно у них вот то направление, где медитация ⁇ это полностью отключение мозга. У них есть именно это и вот направление. Я не ум, я не тело. Я вообще ничего. Я никто. Это какой-то бред. Я сколько мне скидывали, мне скидывали на эту тему какие-то ролики. Я сам, когда вот искал, буквально это недавно был, потому что все равно мне там то какой-нибудь славяно славянин напишет, то йох какой-нибудь, то еще кто-то, то мусульманин. Тоже, конечно, разные бывает. Тут хочется пообщаться, кто-то мне мозг хочет вынести. По-разному бывает. И вот опять мне что-нибудь такое сбросить. Я вот смотрю, я говорю, мне все... Еще говорят, что просто надо, что... Некоторые меня за своего принимают. Я говорю, я не ваш. Я не такой, мне все это чуждо, что я смотрю, я слушаю. Я это никогда сам не буду делать и не буду проповедовать, соответственно, я это не исповедую. Поэтому что такое вот эти все молитвы, медитации? Просто живите, живите, думайте, решайте, живите, общайтесь с Богом, Он есть такой, как я, христианин, верующий в то, что Бог есть, Он личность, и это личность Иисус Христос, я Его образ и подобие, так я вообще еще живу чаянием надежды. Не зачем эти экзальтированные молитвы, как там тоже в молитвах, что то там через молитву что-то пытается достичь. Молитва это просто общение, через ничего не достигает. Ну, понятно, когда я беседую с человеком, результат моей беседы может быть какие-то действия, может быть, я о чем-то прошу человека, он мне это дает, да, то же самое и с Богом. Но там очень часто, во что я говорю, превращают эти молитвы в бормотание, которое якобы меня там как-то освещает, на небеса возводит. Нет. И когда, и опять же, молитва – это беседа с Богом. Но опять же, это до тех пор, пока ты явно Иисуса во плоти не видишь, а его видели один раз в истории несколько, там сколько, десятков, сотен, тысяч человек, во Второе пришествие, когда он уже явно придет, и все мы из этой плоти примем бессмертие, нетление, мы уже до вечны будем с ним. Уже, не, уже молитва потеряет это определение, как беседы с Богом. Он всегда будет в тебе духом и всегда будет явно доступен каждому. Это удивительно, это нам просто еще и природа непознаваемая. И все вот эти вот религиозные, особенно молитвы, богослужения, вообще лопнут, как мыльный пузырь. Они через призму вечности, откровения, которое нам всем дано, особенно у христиан, вообще бессмысленно этими делами заниматься всеми теми культами, обрядами, богопоклонениями, там вот такие вот катехизации, там не катехизации, как они называются, молитвенники и требники у этих батюшек или как они там а еще, акафисты, каноны, что там только нет. Кому все это надо вообще нормальному человеку? Нет, вы просто живите. Поэтому вся моя медитация, молитва свелась просто с чего начиналось, с простоты вот этой детства, когда Иисус сказал, будьте как дети. Вот каким я был в 5, в 6, в 7, в 10 лет, когда да, ты да, все равно обращался к чему-то там вышнему, в 15, в 16, когда тебе плохо в 20, я помню, да, у тебя там проблемы, ты идешь там, чуть ли не если ты есть, помоги, у многих такие, да, были какие-то проблемы, сложности. И Бог, теперь потом ты только понимаешь, что тебя всегда Бог на руках носил. И я вернулся к этому же, вернулся к тому детству, к той простоте. Вот и все. Мне больше не надо ни, ни псевдохристианские какие-то молитвенные учения там исповедовать, проповедовать, и ерундой это заниматься. Ни вот эти вот буддийские медитации, кришнаитские, йогийские, никакие. Ни мусульманские, ни иудейские, которые там себе повязывают четкие косичечки, тут наматывают все это, Аллах, Махаллах. Зачем мне все это надо? Я живу в простоте, как дитё Божье. Я просто знаю, что он есть. Он всегда со мной, внутри и вне меня. И это Иисус Христос, да. Если сейчас я временно в подвиге этой жизни, в прохождении разных, окончании разных классов, курсов, и, как это называется, я забыл уже, курсов, по-моему, да, института, потом, когда ты уже возрастаешь и работы на его поприще, его ниве, в доме отца своего. Настанет время, когда все мы будем болтая ножками, попивать небесное венцо в небесном царстве со своим Творцом. Вот и все. Вот что такое медитация, молитва. Хватит, заканчиваю ролик. Вы знаете, об этом говорить особо, это в каждом человеке. Мы вот любим эти учения, а по сути нам надо помочь друг другу только раскрыть самого себя. Об Исусе я сегодня тоже говорил. Вы нигде в Евангелии не найдете Пример вот этого того, что я уже как-то об этом говорил. Изучите Евангелие. Прочитайте один раз Евангелие даже о жизни и учении Иисуса Христа. Вот как Он молился, никто не знает. Он все время уходил. Дал одну коротенькую молитву, которую мы уже затрагивали тогда Отче наш. И то она чисто по структуре своей выдает. Все опять же, она вот такая вот кратенькая, она в Евангелии помещается в нескольких строках. Вот и вся молитва. Это суть всего Евангелия, суть вообще бытия. И мы знаем его достаточно продолжительную молитву, записанную Иоанном, любимым его учеником, Иоанном Богословом, вот эту гефсиманскую молитву, да, из нее мы тоже видим. Так опять о чем там молится Иисус? Вся его молитва, да, конечно же, ему тоже было страшно по плоти, э, пройти этот жертвенный путь, крестный путь жертвенной любви, но при этом мы видим, что основную часть этой молитвы Иисус молится даже не о себе, а о ком, о всех нас, об учениках своих и о всех нас, верующих в Иисус Христа, по их слову, вот с течением всех поколений. Мы видим, в том, что там раскрывается тайна опять имени Бога, который есть любовь. Но об этом мы с вами будем говорить уже в последнем много роликов, в послесловии, которые я буду подводить. На сегодня что я могу сказать, ответив на вопросы Елены, да, по поводу, что такое йога и вот это, в частности, то, что мы с вами сегодня рассматривали, тхьяну, молитву, медитацию. Ну, в ней надо вникать, и, потому что, я говорю, она разная, мы с вами сегодня об этом читали, просто не стали проваливаться во все, помните, там, Сахьяна, Ядьяма и так далее, и так далее. Вот это и есть вот эти вот разные, когда ты действительно размышляешь и концентрируешь внимание, как огонь, там, пытаешься это поглотить, соединиться с этим. Даже, говорю, честно, забивать себе голову этим и вам не хочется. Потом есть где вот это ⁇ я не ум, я не тело ⁇ я полностью растворен ⁇ И вот таких несколько направлений. Действительно прошение, действительно поклонение божеству просто этими, так скажем, медитациями, песнопениями там, и так далее и тому подобное. Да, в определенных местах или с определенный круг лиц. Там есть групповые медитации и так далее. Зачем все это? Поэтому как я отношусь? К тому, что йогизм в это вкладывает, я отношусь, в принципе, можно сказать... Ну, говорю, там есть свои направления вроде бы схожие, где вот это размышление, мысли. Но опять же, если вы начнете это через призму йоги изучать, все это будет опять сопряжено с этими позами, там дыханием, святыми местами, да, тряпочкой, которая помогает тебе медитировать и так далее. Вы с этим столкнетесь совсем там. Я всем предлагаю путь Иисуса Христа, путь свободы. Будьте просто собой, живите в живом Боге, вот и все размышляйте, говорите, общайтесь. Поэтому рекомендовал бы я христианам такую вот практику тхьяны? Нет. Я бы рекомендовал вам идти путем Бога, который проложил нам, явившись во плоти, совершенный путь Дитя Божьего. Как это надо делать? В Евангелии вы увидите простоту. Конечно, в религиях вам там тоже столько бремен неудобно носимых свежую ты наложишь, что вы с ума сойдете, да, и шагу ступить не сможете. А действительно, в Евангелии разберитесь с этим вопросом молитвы. Увидите, как все просто и понятно. Что такое молитва? Молитва – это живое общение с Творцом. Вот и все. Это размышление над своей жизнью. Мы с вами в следующей ступени, наверное, просто сошьем эти два понятия. Конечно же, мы ж, я же с вами вначале озвучил, как мы по Википедии хорошо прочитали, что вот эта вот тхьяна, практика тхьяны, да, медитации, она должна чем закончиться? Привести тебя тоже вот к чему? К самадхи, то есть умиротворенному, сверхсознательному состоянию, блаженного состояния своей истины. Вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз, что вот как раз над этими размышлениями, что вот именно ты почему приходишь в это умиротворенное состояние посредством вот такого вот размышления, потому что ты знаешь истину. И она, она, она решает все твои вопросы и сложности. Но об этом мы поговорим, чтобы было о чем поговорить. Потому что это тут очень близенько, и мы практически заканчиваем. Но об этом мы поговорим в другой раз. А вот этому умиротворенному... То есть, по идее, опять о святости, о блаженстве. Потому что плоды духа, пребывание в духе, пребывание в Боге. Любовь, радость, мир. Вот мы об этом мире, по сути, в христианском понимании и поговорим. В югическом так скажем, традиции, вот этой вере, мировоззрения, мы с вами увидим такое вот слово и понятие, как самадха, и о нем будем с вами уже размышлять и следу его изучаем. На этом у меня все. Всем желаю всего самого доброго. Прощаюсь с вами. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.